В Николаевской области пылает 50 гектаров леса. Как сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул сегодня около полудня возле села Новопетровка Новоодесского района. Бороться с огнем спасателям мешает сильный ветер, который раздувает пламя на десятки метров. Из-за этого лес горит отдельными участками. Для борьбы с огнем задействовали свыше 70 человек и 20 единиц техники. Спасатели предупреждают, что в Украине до 21 августа сохранится пожароопасная ситуация и просят граждан быть максимально осторожными с огнем.